my friends. Hello, boys and girls. Сегодня... Тетя Юля, тетя Юля, что? Идите, что случилось? Что случилось? Идите, пошли. Не пошли. Hello, my friends. Hello, тетя Юля. Посмотрите, она опять плачет. А ведь у нее теперь есть домик. Я думаю, она плачет от того, что у нее в домике ничего нет. А давайте ей все нарисуем. Ага. Да, но сначала мы должны выучить несколько новых слов. With great pleasure. С удовольствием. A room. Комната. Комната. A room. The floor. Пол. Пол. The floor. A bed. Кровать. Кровать. A bed. A lamp. Лампа. Почти как у нас. Лампа. A lamp. A table. Стол. Стол. A table. A chair. Стул. Стул. A chair. A TV set. Телевизор. О, как интересно. A TV set. Телевизор. A rug. Ковер. Ковер. A rug. Вот сколько новых слов надо выучить, чтобы сделать нашей куколке комнату уютной. А я уже выучил. Молодец. А вы все запомнили? Да. Как? Ну, тогда мы можем начинать обставлять комнату нашей куколки. Решайте, куда мы все поставим. Так, кровать поставим около двери. А где кровать, тетя Юль? Она появится только тогда, когда ты скажешь это по-английски. Понял. The bed is near the door. Кровать около двери. А стол мы поставим у окна, чтобы было больше света. The table is near the window. Правильно. The table is near the window. А стул надо поставить у стола. У по-английски будет at. Значит, как надо сказать? The chair is at the table. Верно? Правильно. The chair is at the table. Стул у стола. А куда мы поставим лампу? На стол, конечно. Лампа ведь всегда на столе. Верно. There is a lamp on the table. Лампа на столе. There is a lamp on the table. А на полу ковер. There is a rug on the floor. Верно. There is a rug on the floor. А телевизор? Куда мы поставим телевизор? Куда же еще? The TV set is on the table. Конечно, телевизор на столе. The TV set is on the table. Какая симпатичная комната. Пар, я тоже хочу, чтобы у моей куколки было так же уютно. Какие проблемы? Мы сейчас пойдем и сделаем для твоей куколки такой же уютный домик. Пошли! Вот все необходимое. Но необходимее всего, чтобы мы все говорили по-английски, да? Несомненно. Каркуша, где твоя куколка? Вот, it's my doll. Это моя куколка. А это комната. It's a room. Давайте сделаем ее уютной и красивой. Давайте! Эбет, кровать. И мы поставим ее около двери. The bed is near the door. A table. Стол. The table is at the window. Стол у окна. A chair. Стул. Стул у стола. The chair is at the table. Ну, тебе нравится? Как здорово! Подожди, Каркуша, еще Хрюша принес что-то. Да. A lamp, лампа. Так, на столе лампа. There is a lamp on the table. A TV set, телевизор. И телевизор на столе тоже. The TV set is on the table too. A rug, ковер. Ковер на полу. There is a rug on the floor. Все. Спасибо. The room is very, very nice. Правда, тетя Юля? Да, комнатка очень-очень симпатичная. И the doll is on the bed. Да. Куколка на кровати. The doll is on the bed. Спасибо вам.
У моей куколки еще никогда не было такой милой комнаты. The room is very, very nice. А теперь давайте послушаем ребят, что они могут рассказать нам про свою комнату. Да? Давайте. Ну, ребята, поехали. Только мы будем подсказывать по-русски. А вы переводите на английский. Угу. Моя комната очень-очень милая. Верно. My room is very, very nice. Моя кровать возле двери. Да. My bed is near the door. Мой стул возле окна. Точно. My table is at the window. Мой стул у стола. Правильно, ребята. My chair is at the table. На столе лампа. There is a lamp on the table. На полу ковер. Верно. There is a rug on the floor. Я люблю играть на ковре. Точно. I like playing on the rug. Я люблю рисовать за столом. Правильно. I like drawing at the table. Я люблю читать книжки за столом. Молодцы. I like reading books at the table. Я люблю свою комнату. Она очень-очень милая. Верно. I like my room. It is very, very nice. Ну, вы меня не перестаете удивлять. Вы уже настоящие англичане. Настоящие англичане ужасно любят петь английские песенки. Да, we like singing songs. The lamp is on the table. The bed is near the door. The TV set is at the window. The rug is on the floor. Отличная комната и отличная песенка. Браво! Какие молодцы! А теперь давайте послушаем, как эту песенку споют наши друзья. The lamp is on the table. The bed is near the door. The TV set is at the window. The rug is on the floor. Молодцы, ребята! Как хорошо получилось! Ну, а теперь вы, наши маленькие зрители. Да, давай. 3, 4. The lamp is on the table. The bed is near the door. The TV set is at the window. The rug is on the floor. Здорово! Очень хорошо, очень хорошо. А теперь нам пора прощаться. Goodbye, boys and girls. Goodbye, boys and girls. Goodbye, car, friends. Goodbye, my friends. До новых встреч.